Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон. Здесь ли он? Я и есть Мастерсон. Что тебе здесь нужно, пацан? Бродягам не место в моем городе. Слезай с осла, когда говоришь с шерифом. Мне нужна работа, сэр, я слышал, что в вашем округе есть ранчо. Да, они есть, но не думаю, что ты им подойдешь, слишком много сейчас ищущих работу. Есть оружие? Нет, сэр. А деньги на постой? Ни цента, я привык спать под открытым небом. Ну что же, останешься в конюшне на ночь завтра, посмотрим, как тебе помочь. В моем городе бродяг нет.